все футболисты, все спортсмены, которые есть в России, они должны говорить. Если вы там рассказывали, что мы братский народ, Россия, Украина, а они молчат. Я ни одного футболиста не услышал, ни одного. Хотя я вижу, в мои сторисы смотрят многие, даже тот же Глушаков смотрит сторисы. Просто обосрались. Обосрались во всем. Они боятся за все, бля, понимаешь? Сказал бы один, сказал бы второй, третий бы, я думаю, все было бы по-другому. Обязаны все спортсмены, даже пускай там не люди какие-то, но спортсмены должны говорить. Мне даже писал Павлю Я отвечал, я культурно, но когда он начал уже перебарщивать и говорить, я его послал просто нахер. Понимаешь, я бы посмотрел бы, если бы, не дай бог, бы его дети посидели бы в подвалах. Он бы увидел то, что видим мы, как гибнут наши дети, женщины, как гибнут наши старики. Это мирное население.